Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Сейчас мы с вами свяжем вот такой замечательный узор. Он очень простой. Для работы нам нужна линейка, для того, чтобы двигать все иглы. Простая и сечением 1 к 3. И две нити, отделочная и цветная. Можно, кстати, использовать больше цветов. Итак, один ряд провязываем второй нитью. Берем линейку 1 к 3, выдвигаем в переднее рабочее положение третью иглу. И под нее подравниваем все остальные иголочки. Получается, у нас 3 работают, 1 впереди. 3 работают, 1 впереди. Провязываем 4 ряда. Ставим в рабочее положение все иглы. Проверяем язычки. Кому надо, провязываем 1 ряд. Берем второй цвет. Провязываем 1 ряд. И линейкой выставляем иглы в переднее нерабочее положение. У нас была четвертая игла. То есть 3 работали, четвертая не работает. Теперь выставляем вторую иглу. И по этой игле равняем все остальные. Выставляем в переднее рабочее положение все иголки. 4 ряда провязываем. Иголки на место, рабочее положение, все вместе, один ряд. И так далее. Берем первый цвет, один ряд на всех иголках. И линейкой в переднее нерабочее положение вставляем четвертую иглу. Вот так увязывается такой замечательный рисунок. Такие вот квадратики. Если мы не будем провязывать один общий ряд цветом, у нас эти квадратики будут еще более ярко выражены. Будут квадратики просто один из одного выходить. Тоже будет очень интересный эффект.